Следующее. Это субъекты международного права. Это у нас иллюминаторы. Иллюминаторы у нас будут обозначать на корабле субъекты международного права. Субъекты обозначаются буквой С. Субъекты международного права. У нас три иллюминатора, значит, три субъекта. Ну, есть основной субъект. Основной субъект, потому иногда международное право называют межгосударственным правом. Значит, это субъект государства. Кроме государства, международная организация есть. Ну, например, ООН, ОПЕК, ШОС, НАТО. Эти аббревиатуры, которые смешно звучат, вот, практически все почему-то на три буквы, они вот обозначают международные организации, как субъекты международного права. И спорные очень, потому и сзади корабля смотрит на хвост, это индивид. Индивид как субъект международного.